За допомогою фото можна зафіксувати абсолютно усі події, чим зараз і займається Ігор Співак, фотограф, який бачить, вміє правильно обрати сюжет, і виходить такий документальний варіант, документально-художній, я би так його назвала. І ми сьогодні маємо змогу поспілкуватися з самим маестро. Ігор Співак сьогодні в нашій студії. Добрий день. Раді вас бачити. Знаємо, що зараз багато часу приділяєте саме такій волонтерській роботі, яка пов'язана зі зйомкою людей цікавих, цікавих особистостей. Це роботи, які вам вдається потім зафіксувати, зробити з приводу якихось подій, так? Ну, тобто, щоб це все було, як то кажуть, на загальну, на нашу на загальну тему, щоб ми отримували якийсь результат. Так, пане Ігоре, добрий день, пригощайтесь чаєм і будемо спілкуватися. Дякую, давайте. Ось такою зараз є ваша діяльність. Чому ви обрали саме такий жанр зараз? Ну, розумієте, я все життя працюю фотографом і нічого більше не вмію робити професійно. А як почалася війна, то вся робота стала, і все стало, і дуже, і я побачив, що мене дуже захопила волонтерська діяльність людей, яку я побачив, і мені захотілося знімати це. Угу. Вас часто і запрошують, і ви самі приходите. Я знаю, що це якось так відбувається само собою, тому що ви от така дружня, дуже щира людина. Ну, во-первых, сейчас нечем другим заниматься было невозможно. Когда началась война, я же работаю в сфере предоставления услуг. Какие услуги, когда началась война? Их никакой. Поэтому я увидел, я был поражен тем, как народ поднялся на поддержку армии, на поддержку. Я увидел, что такое волонтерский дух, меня это захопило суцільно. И я пошел снимать, я ходил по волонтерским пунктам, фотографировал этих замечательных людей. Я видел их становление, мне это было очень интересно. Я вам расскажу о том открытии, которое я сделал совершенно для себя неожиданно. Я с самого начала вот всех своих походов по всем волонтерским пунктам, я приходил, предлагал ребятам, я поснимаю вас и отдам вам же ваши фотографии. И я приставал к людям, которые работали на волонтерских пунктах, с предложением сделать им хорошие фотографии, портреты. И вот в начале этого движения люди отказывались. Почему, как вы думаете? Во-первых, все были напряжены, все были испуганы, все работали, и вот не было... И вообще человек, не готовый к фотографированию, он, как правило, отказывается. Ну вот я вам скажу, что вот через 2-3 месяца произошел некая перемена в людях, которые работают на волонтерских пунктах. Я увидел, что они отзывчивее стали к моим предложениям фотографироваться. Они почувствовали себя важными, нужными, и это им дало вдохновение отвечати на мої предложення позитивно. Ми, до речі, зможемо сьогодні побачити ті роботи, які вам вдалося зробити. Їх дуже багато, тому що таких пунктів у нас в місті достатньо. Так. І якщо пройтись трошки по ним, а ви ходили достатньо багато, зараз ми бачимо вже портрети, можемо зараз прокоментувати. Це чорно-біла, так? Якраз, так, якраз от Настя мені предложила, це було якраз от той момент, коли вони уже пошли на съемку. Настя предложила, давайте я поговорю с работниками, а там огромный волонтерский пункт, и мы договорились на какое-то время, и я пришел снимать. Так вот, я вам скажу, что я 2,5 часа, не прекращая, снимал портреты. Все гарні вийшли, все захотели, все захотели сделать портреты, и это было для меня удивительно и приятно, вы понимаете? Я как раз... Вот мне кажется, что я зафиксировал становление нации. Люди почувствовали себя уверенными, нужными и стоящими того, чтобы фотографироваться. Так, ви бачите, вони взагалі розкрилися, я так вам скажу. Так, так. Це вже більше, ніж просто попрацювати з фотографом. Тобто тут людина має що сказати, має що передати на камеру, а це дуже важливо. Ну, і... Настя тут мені допомогла, вона обійшла всіх, договорилась на назначений срок, і всі прийшли. Это не просто там несподіванно я прийшов, як раніше, а вони приготовились і вирішили, що вони будуть фотографуватися. Я прийшов, і вони прийшли ко мені всі по черзі, я їх зняв.
Дуже гарно, дуже. Пане Ігорю, а ви от щось помітили загальне, щось таке, от, що об'єднує волонтерів? Ви як психолог вже працюєте, вже багато років у вас, знаєте, як вже відображається щось. Ви можете знати, з ким ви працюєте. Ви розумієте, вот последнее время у меня стало временем групповых фотосессий. Когда ты работаешь с одним человеком, это погружение в попытка раскрыть одного человека, сделать фотографию, на которой он сам себе откроется и сам себе понравится. Это достаточно тяжелый труд, он занимает не один час, и как бы он мне известен, и у меня есть уже методика работы. А вот когда работаешь с большой аудиторией, здесь есть свои особенности. И ребята, которые видят, как ты фотографируешь кого-то другого, они заряжаются, они видят, что этот процесс прост, и ничего страшного в этом нету. Это по-своему помогает быстрее подготовиться и войти в тот образ, который мы в конце концов достигаем. Потому что, когда ты работаешь с человеком, то это там час-два работы, три работы с ним, и возможность ему открыться за это время гораздо больше. А здесь сжатые сроки, группа людей, но они быстрее входят в момент открытия. Но их больше, так. Они можете один одного просто зарядить, так, и вы таким чином ловите. И они видят, как это просто, как это легко. Люди видят, ну, как это делается, и сами включаются и открываются. Ми от зараз такі вже бачимо загальні ваші роботи, але тут більшість чорно-білих знімків. А чому саме чорно-білі? Чорно-білі знімки, это я йду навстречу пожеланням заказчиков. Это вот Настя говорит, я представляю себе чорно-білі. Говорю, Настенька, ну хоть, ну ты представляешь себе чорно-білі, ради бога. И вот одна съемка у меня была, я сделал чорно-білі. Угу. Ну, а все остальное, цвет, чорно-біле, то а дивіться, от справді ці от люди, з якими ви працюєте, я часто помічала, що ви ловите такі емоції, яких, можливо, ну так просто і не зробиш. Тобто це випадкові емоції, це якраз те, за чим довгий час ходять і що хочуть зловити фотографи. Тобто вам вдалося. Вам вдалося зробити таку роботу. От саме жанровою вона вийшла і дуже цікавою. Дякую. Ну, розумієте, коли в любом случае мы обсуждаем работу, я всегда призываю людей, которых я фотографирую, отвечать мне на мои просьбы. И всегда рассказываю, что любую съемку мы делаем вдвоем. Я слежу за формой, за резкостью, а вы даете эмоциональное напряжение фотографии, эмоциональный заряд фотографии. Все это зависит от вас. Я включаю человека в сотворчество, и люди легко идут на это. И в результате получаются неплохие фотографии. И вот когда, в любом случае, мы говорим честно и открыто, ребята, вот есть портрет, который, ну, портрет портретный, либо мы с вами имитируем деятельность, за которую я якобы неожиданно подсматриваю. Mm-hmm. Ребята забывают обо мне и начинают действовать так, как они действуют. Это дает мне возможность, находясь рядом с ними, меняя точку съемки, делать репортаж репортажным. Mm-hmm. А у вас за оцей час, вже бачите, декілька вийшло таких сюжетних ліній, сюжетних характеристик, за якими вже можна слідувати. То, чи ви знайшли щось особливе для себе? Чи можете ви сказати, що ось так, тут я хотів би залишити для себе на згадку, на спомин і на історичні якісь події, тобто якісь фотографії, які вже зроблені із тих серій, які є? Ну, розумієте, тут я завжди працюю на заказчика, і то, что я делаю заказчику, всегда остается у меня. У меня там два огромных компьютера, которые переполнены фотографиями. Эти фотографии трудно удалить, я там чищу, покупаю новые диски. Как бы я не могу сказать, что что-то я там для себя нашел, что-то я... Я движусь вместе с работой, работа меняет меня. Вот так ми і живемо. Ну, цінність якась є, цінність робіт. Чи ви її помітили і знайшли для себе? Юля, ні, я не обращаю на це внимания. Я працюю завжди з повною віддачею. Я работаю так, как я вижу возможным это сделать в каждой отдельной локации. Я пытаюсь открыть людей, которые отвечают на мои просьбы. И это всегда получается так или иначе. И, а насколько это важно? Ну, фактически фотография. Я поэтому и
и говорю, ребята, я отдаю фотографию вам, и всегда говорил, когда я ходил по волонтерским пунктам, мне очень нравятся эти люди, я в восторге от них. И я вот там, даже в тех пунктах, где идет выдача волонтерской помощи населению. Вот население меня мало интересовало, потому что, во-первых, население находится, которое приходит за волонтерской помощью, оно находится в ущербной ситуации. Люди, которые вынуждены были покинуть и бежать из своих сел, то их лучше... Знаете, это попытка снять вот это вот горе, беду. Я этим никогда не занимался, потому что, слава Богу, мы в Днепре защищены от этого ужаса. А вот работа волонтеров, которые помогают этим людям. Вот она меня интересовала, потому что меня восторгали люди, которые и восторгают, которые этим занимаются. Угу. Безоплатно. И поэтому я приходил и говорил, ребята, я пришел снять вас. Попозируйте мне. Вы красивые. И это действительно так. Я вам отдам ссылку на альбом Google Фото, и у вас останется эта фотография. Через 10-15 лет вы посмотрите на эту фотографию и увидите, какая вы красивая были, какими красивыми мы были, когда происходил весь этот ужас. И ценность любой фотографии, она увеличивается со временем от ее момента производства. А я знаю, що ви відгукнулися от на той запит збору коштів для автомобіля, так, автомобіль для солдат ЗСУ, і зробили такий цікавий хід. Тобто люди могли прийти в місце, так, це був бар, так, і зробити там собі портрети. Дуже цікавий варіант ви придумали. Що це за техніка така? Це розкажіть, тому що люди з радістю прийшли, вони настільки охоплені були цією ідеєю, і отак добре все вийшло. Ну, ви знаєте, це от, тут два різних розкази. Я з моменту початку війни, я відчисляю гроші на армію, я решил для себя и как бы делаю это регулярно. И вот это всегда... А в том случае я просто выбрал другую технику производства фотографии. Мое увлечение на протяжении всей жизни была аналоговая фотография. Это съемка на пленку, а последнее время... Да, это... На такую, так? Ну, да, это Цыплевкова фотокамера, куда заряжается пленка, черно-белая, цветная. Это старые технологии, но они меня... Я всю жизнь ими занимаюсь, поэтому они меня до сих пор увлекают. Есть у меня еще огромный, большой такой деревянный фотоаппарат прошлого века. Это же раритетная техника. Так, я у друзей увидел его, а они у них стоят, говорят... Продайте. Они говорят, это не наше, это вот нашей дочке, она сказала не продавать. Я говорю, ребят, ну дайте, тогда я попользую. А не пользовать, пожалуйста, бери. И я взял их, пришел домой и начал заряжать. И там фотография ставится, пленка 18x24. То есть, ну вот такая, как третий формат, четвертый формат, чуть меньше. Если туда зарядить фотобумагу, то есть технологии, когда я снимаю на фотобумагу и обрабатываю ее определенным образом, получаю единственную фотографию, которая... Сразу? Да, в течение 10 минут мы получаем... Ну и потом обратили внимание, что второе проявление можно проводить не целиком, как чтобы иметь, а можно взять кисточку и проявителем помазать. Это увлекает портретируемого в процесс производства и... Помогает, там же еще каждый мажет кисточкой так, как он, только он может. И получается... Ну, такая уникальная фотография. Да, совершенно верно. Этот процесс мне не давался долго. В прошлом году я решил сделать... Я снимал просто на черно-белую бумагу, делал негативы и обращал их в фотошопе. Но вот технология последняя, которую я сделал, она дает возможность уже вручать заказчику портрет там, в рамке. Человек приходит домой, вешает его на стену, и все, этот портрет висит у него на стене, и он продолжает жить с ним, глядя на него. Ну, такая старовина вона виходить. Вона така, знаєте, м'яка-м'яка, так. І сепія така, дуже гарна так. Фотографія. Так, і вот і я начал делать это все, но проект не давался, процесс не давался, не шел, я его откладывал, менял там способы, и вот когда 24 лютого, когда наступил весь этот ужас, то я не знал, что делать. Мы же все испугались, мы не понимали, что будет. И я как бы все остановилось, все. И я взял эту бумагу, взял другую бумагу, попробовал, зарядил ее, и у меня проект пошел.
Угу. Пошел этот проект, он меня увлек, я его... Там есть особенности, трудности, все это, понимаешь, в процессе производства. И когда я наладил более-менее, то мы решили как-то попробовать вот вывести этот продукт на рынок. То есть это немножечко другая фотография. Можно прийти там на праздник, на свадьбу, на день рождения с этим фотоаппаратом, поставить и в течение там получаса давать людям, всем гостям, которые сделать вот эту старинную фотографию. Там еще особенность в том, что бумага слабочувствительная, поэтому людям приходится замирать. Помните вот эти вот старинные фотографии, так. Где мужчина сидит вот такой вот строгий, а женщина ему... Вроде бы я всю жизнь занимаюсь фотографией, понимал это теоретически, но когда я начал снимать на слабочувствительную бумагу, я тогда физически, физиологически понял, почему люди вот... Потому что больше, там, 6 секунд мне нужно было, чтобы люди стояли. 6 секунд держать непринужденную улыбку, это же очень трудно. Поэтому люди замирали вот так. Ну и это вот все в куче дает и само изображение, которое получается, вы говорите... Это как работает как машина времени. Да, но, такі раритетні знімки, і все так класно все виходить. І бачите, добре, що ви засвоїли цю техніку. Зараз мало, я не знаю, хто взагалі може працювати з такими. Є умельці в місті. Ну, є такий продукт. Я вирішив його винести на ринок, вивести на ринок і предлагати людям його як продукт, тому що Юля, я как ничего не делал, кроме фотографии, так ничего не умею делать, кроме фотографии. Поэтому я ищу возможность заработать на этом денег, чтобы жить с этого и в том числе сейчас помогать армии. Ну, бачите, пане Ігоре, з приводу тих проєктів, які теж спадають вам на думку, от ми знаємо, що у вас дуже багато таких є, ви час від часу постійно креативно мислите. У вас є помічниця, ви з нею разом створюєте якісь такі чудові... То моя кохана жінка. Так, кохана жінка, звичайно, вона ж ваша і помічниця. Так. Ви створюєте чудові проєкти, вони завжди у вас вистрілюють, як то кажуть. Дякую. Чи зараз якісь є новий на думці? Чи це ви ще будете продумувати? Ви розумієте, зараз, що зараз? Зараз країна в війні. То всі думки на те, щоб ця війна пройшла якомога швидше, з найменшими втратами, і щоб перемога, щоб ми швидше дійшли до перемоги. Тому що дуже неможливо в цих умовах щось нове творити, бо завжди фотографія потрібна людям тоді, коли вони живуть гарно. А як то почались ці локдауни, то людям не до фотографій. То ледве ми вигребли, хотіли там вже, зараз почнемо, а тут ще така, тут війна вам. Ну, бачите, так, зараз за допомогою ось таких невеличких фотосесій, які ви пропонуєте, от з цією старовинною фотографією, коли люди приходили, все одно вони собі знаходили розрядку невеличку. Так? Це ті волонтери, які приходять, це люди якби небайдужі. І, звичайно ж, і вони мають собі, і можна отримувати теж відрахування до лав ЗСУ. Тобто ми насправді можемо робити одразу декілька справ. Я зараз ще вам скажу, що от останні групові фотосесії, які замовляють нам з Наталею різні люди, для коли люди, дівчатка приходять і фотографуються, зараз всі люди знаходяться в такому занепокоєнні, в такому... А от ці фотосесії, там ми возили людей на лаванду, я виїжджав з дівчатами на воду на цих каяках, то люди, дівчата, які приходять на ці фотосесії, вони там забувають трохи за ту війну і трошечки відтають душею, розумієте? Звичайно, пане Ігорю, ну що ж, хочемо всім побажати мирного неба над головою. Це зараз найголовніше. Знаходити сили, щоб і жити, і, звичайно, допомагати усім зараз, і переселенцям, і волонтерам, і нашим захисникам, щоб справді, щоб ми могли швидше прискорити цей процес, прискорити перемогу, і щоб на нашій мирній Україні завжди, щоб світилось чисте,
чисте небо. Дякуємо дуже вам, пане Ігорю, дякую за вашу вам позицію, за те, що ви зараз пропонуєте, що ви робите. І справді всім нам хочеться побажати лише одного, звичайно, так, миру. Миру і перемоги. Так, миру і перемоги. І зустрінемося вже незабаром у середу о 13:30. До побачення. До побачення.